В Покачах приступили к внедрению механизма по раздельному сбору коммунальных отходов. И первое, что сделали в городе, поменяли устаревшие металлические контейнеры на современные пластиковые. Во дворах их установили пока 20 штук. В следующем году обновят весь контейнерный парк. Следующий этап – разделение емкости под разные виды бытовых отходов. Но это произойдет не раньше, чем построят комплексный межмуниципальный полигон ТКО. Задача на сегодня – постепенно приучить жителей к правилу сортировки отходов. Новые контейнеры помогут это сделать. На них нет специальных указателей, но это пока тоже временно. В дальнейшем каждый получит маркировку. Добавлю, в крупных городах Югры установлено более 34 тысяч специальных емкостей под отдельные фракции. Пилотные проекты по внедрению раздельного двухконтейнерного накопления мусора внедряются, к примеру, в Нижневартовске, Югорске и Урае. Переход на новую реформу, вот, ну, начинается поэтапные, как сказать, первые шаги, наверное, да, по данному переходу. Вот для нас, для города Покачи, это новое. В дальнейшем, конечно, планируется, что при раздельном сборе твердых коммунальных отходов такие же будут использоваться пластиковые контейнеры, потому что уже и вся Европа давно их уже использует, да, и большую часть уже Российской Федерации уже давным-давно уже их используют, эти пластиковые контейнеры. Вот. И вот этот пластик, он сейчас подобран, он немножко твердого качества, вот, хотим, конечно, посмотреть, как он зиму уже выдержит.